Жди здесь, я разберусь с часовыми. Потом найди нам маленький самолет. А как же зенитки? Я позабочусь. Сверим часы. Дай мне несколько минут на часовых и выруливай на взлет. Когда я начну выруливать, беги изо всех сил. Если я не успею добежать, взлетайте без меня. Всем привет, друзья. С вами мистер Перец. Это Снайпер Элит. Мы продолжаем убегать из Берлина. У меня сердце бьется типа так. Давайте похилимся, что ли. Так, какие цели? Цель 1. Проникните в главный ангар и уничтожьте всех караульных. Следите, чтобы на диспетчерской вышке не подняли тревогу. Доп-цель А. Незаметно проникните в топливное хранилище в начале взлетной полосы и заложите там заряды, чтобы отвлечь противника и захватить диспетчерскую вышку. Цель 2. Захватите диспетчерскую вышку. Цель 3. Стреляя с диспетчерской вышки, уничтожьте персонал грузовика противовоздушной обороны. Это обезвредит зенитки и даст достаточно времени, чтобы лететь. Цель 4. Когда самолет вылетит на взлет, нужно будет уничтожить противника, пытающегося его остановить и успеть на борт. Как-то много. Так, тут цель 1. Мы находимся тут. Проникните в главный ангар и уничтожьте всех караульных. Следите, чтобы на диспетчерской вышке не подняли тревогу. Так, я полагаю, это последняя миссия, да? Когда мы должны свалить отсюда. Хорошо. Надо убить всех караульных. Блин, сколько самолетов, а чем этот самолет нам не нравится? Смотрите, их тут прям куча. Можно было кого-нибудь... Там человек? Нет, у меня глюки уже. Так, давайте ляжем, что ли. Проберемся. Проползем внутрь. Посмотрим, что там такое. Где это вражина и все такое. Так, ускорим шаг. Далеко ползти-то? Проникните в главный ангар. Главный ангар. Блин, он нас заметит. Надо как-то его потихо. Вон там еще часовой ходит, я вижу. Так, а тут вон какие-то двери. Давайте-ка... Блин, и там человек. Слушайте, тут везде. Часовые. Так, что это такое? Это какой-то ремонтный цех или что? Запчасти тут я вижу. А двери открываются? Или про двери вообще не знают? Так. Блин, ну перелезь-то через порожек-то. Прикиньте, не заметил. Так, надо сохраниться, просто обезон. ППШ-шечка. Так, идем дальше. Будем вырубать всех по-тихому. Быть вообще предельно аккуратным. Фашистские крылья тут. Ахтунг. Впор Лушинг. Что-то я вообще по-немецки не знаю. Я немецкий никогда не учил. Как по-немецки говорить? Я понятия даже не имею.
Так, мы правильно идем. Ух ты, смотри, какие пузатые самолеты, таких даже не знаю. Хотя я хреново разбираюсь в самолетах, если честно. Да и в танках тоже. Так, вот он боец один из бойцов. Я думаю, к нему можно подползти. И незаметно его убрать. И унести тело куда-нибудь, да? Так, он там ходит караульный. Давайте уберем тело, пока никто не видит. Тут вроде бы никого больше и нет. Такой маленький самолетик. Детский какой-то. Этому бойцу даже каска не помогла. Так, отдыхай тут. Так, я надеюсь. А, вроде все тихо. Никто ничего и не понял. Давайте тело тоже спрячем. На всякий случай. Два патрона у него было в ППШ, да ладно. Как-то мало. Так, этого Гаврика тоже спрячем. Пусть тут отдыхает. Так, надо сохраниться. Захватить диспетчерскую вышку. Еще на топливный. Топливо надо. Так, ну я думаю, заложить бомбы можно между третьей и четвертой целью, да? Или перед третьей целью. Там, наверное, уже потом времени не будет. Или сначала заложить, потом уже диспетчерскую вынести. Дилемма. Так, можно тут проползти по-быстрому? Давайте-ка проползем. И выполним доп-цель, потому как, мне кажется, это просто необходимо. Это даст нам больше времени, что ли. Так, а сколько у меня... Ух ты, сколько патронов-то у меня. Надо перезарядиться на всякий случай. Так, тут кто-нибудь есть? Да вроде никого нету. Далеко ползти? Ой, как далеко. Цель 3. Стреляя с диспетчерской вышки, уничтожьте персонал грузовика. Персонал грузовика. Это вот это персонал грузовика. Блин, я прям на открытой местности тут валяю. Твою мать, меня уже кто-то заметил, представляете? Твою мать. Ладно, похеру. А если я его сейчас убью? Хотя ладно, давайте уж по-тихому. Если нам дается такая возможность. Возьмем вышку по-тихому. Доползти бы еще. Ох ты, тут открыто все. Так, ППШ надо перезарядить. А! Идет. Прямо сюда идет.
Надо его грохнуть. А то он тут ходит, бродит. Будет причинять нам проблемки. Слышь ты? Ну, топал. Я так понимаю, он ходит вокруг? Да, сейчас грохнем его. Посмотрим, что у него есть. Так, ну и спрячем. Будет нам мешаться. Чего, зачем прочесать территорию? Да выбрось ты его. Отдыхай. Прочесать территорию. Зачем тебе прочесывать территорию? Ух ты, тут их дофига. Прочесать территорию. У этого одно на уме. Немцы будут разбиты с дня на день. Прочесать территорию. У одного прочесать территорию, у другого разбиты с дня на день. Так, сюда бы можно было гранату кинуть. Их тут вообще сколько. Беспалевно. Блин. Блин. Сколько же вас здесь, блин, по-тихому-то не получилось. Там грузовик приехал. Блин, я так не хочу. Давай, давай, причесывай территорию. Я пока делами займусь поважнее. Так, ствол торчит. Ты достал с территории. Прям сюда ведь смотрит. Может, он уйдет? Прочесать территорию. Стоит как истукан. Топай давай. Прочесать территорию. Топай, грю. Блин. Козлик стоит и все. Хоть что ты делай. Прочесать территорию. Может, камень кинуть, а? Может, он уйдет? Хотя они же тупые.
Ну, как-то так, да. Так, надо сохраниться. И командира у них. Все. Ликвидируйте персонал трейлера. Фотография тут чья-то. Давайте поставим растяжечку на всякий случай. Чувствую я... Нужно тут растяжку поставить. Да ёб твою мать. Еще раз. Так, и вот здесь, на всякий случай. Если вдруг побежит кто-нибудь по мою душу. Все, отлично. Теперь можно снайперить. Снайперить, снайперить. Так, где там трейлер у вас? Надо стекло выбить, а то мешается. Тут тоже. Так, хорошо. Задание 3. Стреляя с диспетчерской вышки, уничтожьте персонал грузовика. Противовоздушная оборона. Это обезвредит зенитки и даст достаточно времени, чтобы улететь. Так, персонал. Видали двоих. 111 метров. Уничтожьте вражеское подкрепление, сядьте на самолет. А где вражеское подкрепление? А мне нужно это сделать отсюда? О, меня уже стреляют. Скорее на борт или транспорт летит без вас. Самолет взлетает. Блин, а как мне убежать? Я там везде растяжек понаставил. Твою мать! Так, надо скорее отсюда свалить. Блин, блинский. Так, скорее туда надо бежать. Между этими бараками. Самолет. Козёла. Спокойно уезжай.
Так все сумбурно происходит. Красавчик. Вали отсюда во скорей. Ё-моё, сколько ж тут вражины. Успел. Задание выполнено. Продолжить. Окей. С падением Берлина и самоубийством Гитлера Вторая мировая была окончена, и кошмар Третьего рейха прекратился. С моей помощью ядерное оружие не попало в руки врага. По всей видимости, война завершилась. Однако мне почему-то казалось, что это еще не конец. Ну что ж, друзья, вот и конец. Вот такой вот эпичненький. Мы прям добежали до самолета, сбежали из Берлина. Какие мы все-таки молодцы, правда? На стрелочку убрать, эту титр не видно. В общем... Я не знаю, как вы, я рад, что я наконец-то прошел эту игру. Она меня так задолбала. Честно, она меня задолбала. Может быть, в 2005 году она была хороша, но... Меня она задолбала. Ну, нет, ну тут есть, конечно, вот эти некоторые основные принципы, которые учитываются во время снайперской стрельбы. Это поправки на ветер, расстояние до цели. Сердцебиение, спокойствие самого стреляющего, да, это несомненно все есть. Но в этой игре это так как-то смотрится неприглядно. И на фоне вот этих вот квадратных танков, людей и тупого искусственного интеллекта, который даже не искусственный интеллект, а искусственный дебил. Дебилект, я бы его так назвал. Конечно, не очень. Но мы с вами еще будем проходить следующие части. Да-да-да, мы будем проиграть в следующей части, еще их, сколько их, еще две, что ли, две или три, да, еще в этом году выйдет новая, которую я хочу поиграть. В общем, спасибо, ребятки, кто смотрел, если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь, показывайте друзьям, ну и всем до следующих серий, всем спасибо, всем добра, всем пока.